Я Ищенко Владимир, город Самара. Хочу выразить благодарность Ларисе Ивановой и Наталье Ветровой за проведенную тренировку Супер Джамп. Вообще это у меня вторая, третья уже получается тренировка. Тренировки идут 8 упражнений, 10 дней они проходят. Это получается у меня третья. Вот на третью решил написать отзыв, потому что очень явные были события в моей жизни. После первых двух я могу сказать, что это то, что я не болел эту зиму. Ну или если болел, то 1-2 дня, с учетом того, что больницы были, поликлиники переполнены. И прошлые года я, соответственно, тоже 1-2-3 раза в зимний период, осенне-зимний, болел. А вот на этой третьей у меня очень много произошло различных событий. Одно из них — я продал квартиру, которую я продавал больше года. Самое интересное, что за время продажи этой квартиры у нее возник статус, у собственника возник статус банкрот. И ипотечный брокер мне сказал, вообще невозможно, вообще не вариант продать эту квартиру. Несмотря на то, что у нее был статус банкрот, мы абсолютно спокойно, без всяких лишних утверждений, объяснений и так далее, мы получили одобрение, вышли на сделку, и вот квартира продана. Такое небольшое резюме. Вы скажете, да ну мало ли, у риэлторов годами продаются квартиры. Вы знаете, я вообще по жизни аналитик, и чтобы вот даже чтобы сделать этот отзыв, я, ну, 1000, может, нет, но 100 раз я точно подумал, так это или не так. Это так, да. Другие события, они менее, так скажем, значимые, можно так сказать. Вот. Специально, кстати, не побрился, чтобы вы видели, что я человек достаточно уже прошедший и поживший, различные и живущий. Различные методики я проходил. Более, наверное, 20 только у меня сертификатов различных. Тренинги различные, в том числе Гандапас, в том числе онлайн другие известные тренера. Так вот, могу сказать вам, что эта методика уникальная. Это мое абсолютное субъективное мнение, конечно же, да? Мое субъективное мнение, но оно вот такое. Чтобы понять, работает это или нет, вам просто нужно пройти ее и после этого делать уже анализ. Всем хорошего.